За минувшие выходные 10 ДТП, 17 человек получили ранения различной тяжести, а один водитель погиб. Смертельное лобовое столкновение произошло в Орг-труде в субботу вечером. Водитель Hyundai Solaris врезался в BMW. Машина двигалась по федеральной трассе М7 на высокой скорости. В результате ДТП водитель BMW госпитализирован с серьезными телесными повреждениями. А 46-летний водитель Hyundai скончалась на месте происшествия. В соцсетях очевидцы рассказывают, как сотрудники МЧС буквально вырезали женщину из покореженного Соляриса. По словам других автомобилистов, когда женщину вынули из машины, у нее еще прощупывался пульс. На 23-м километре федеральной автодороги М7 «Волга», подъезд к городу Владимиру, водитель автомашины Hyundai не убедилась в безопасности своего маневра, осуществляя выезд на главную дорогу, в результате чего произошло столкновение с автомашиной BMW. Еще одно крупное ДТП произошло на территории Камешковского района в воскресенье днем. Водитель «пятерки» не справился с управлением. Его «Жигули» улетели в кювет и перевернулись. В результате аварии пострадало 6 человек. Сам водитель и 5 его пассажиров – 3 мужчины и 2 женщины. Все они сейчас госпитализированы. На данный момент на территории региона нестабильные погодные ситуации, сложные погодные и дорожные условия. Хотелось бы напомнить автовладельцам, чтобы особенно тщательно соблюдали дистанцию, выбирали безопасную скорость для движения, которая обеспечила бы безопасность, безопасное движение транспортного средства.